Официальный YouTube-канал «Сатья. Нескучная семейная психология». Есть вопрос? Да, пожалуйста. Замечал такое, что когда женщина занимается бытом, домом, есть какой-то период, когда это все надоедает. Конечно. Бытовуха, стирали. А вот 100%, ты молодец, ты заметил, да. Вот вопрос, я так считаю, что женщина должна чем-то заниматься, потому что... Зачем? А кто будет бытовухой этой заниматься? То есть ты хотел бы, чтобы она кроме уставала в бытовухе, еще и на работе, да? Я говорю, это же не про работу, а про что? Занятие. Пусть вяжет крестиком, что-то делает. Вопрос в другом. Мыло. Все ясно, дружище, услышь меня. Давай. Кто будет заниматься бытовухой? Ты готов ей заниматься? Ну давай, честно, ты же хочешь? Не готов. То есть ты считаешь, ну, прикол, да? Смотри, вариант. А что делать? Моя баба таскает сумки из магазина и очень устает. Я ей предлагаю декупаж. Понимаешь, к чему я клоню? Твоя женщина устает дома. И это нормально, потому что, ну ты же на работе устаешь? Ну, это нормально. Вот давай сейчас постепенно все. Ты мужчина, ты работаешь, ты на работе устаешь. Где ты отдыхаешь? Дома. Так устроен мир. Мужчина вообще женится, чтобы дома отдыхать. Ему нужен ашрам, место прибежища, где он может прийти и снять маску, и побыть самим собой. И никто ему не будет там это лезть ему, это он просто лежит, отдыхает, тупит, как камбала. Понимаете? Вот это мужчина хочет. Он для этого вот это все и покупает, содержит и так далее, и так далее. А женщина так устроена, она дома работает. Но вопрос справедливый. А где она отдыхает? На работе отдыхают сумасшедшие бабы просто. Сумасшедшие. Это очень ужасно. Поэтому мужчина работает в социуме, а отдыхает дома. А женщина работает дома, а отдыхает, внимание, в социуме. Поэтому женщину надо в социум что делать? Выводить. Водить в театры, водить в парки, водить в магазины, возить в какую-то адскую херню. И они в экстазе от этого. А потом, кроме этого, кроме выгуливать, еще надо выкатывать. То есть раз в год куда-то вывозить чуть дальше, чем Томск. Потому что в отпуск мужчина ездит в отпуск. Ну давайте по-честному, дорогие мужчины. Вот если есть возможность, вот есть отпуск, и у тебя есть вариант, просто месяц быть дома. Ты просто высыпаешься, лежишь, немножко толстеешь, тебя никто не трогает, ты смотришь ящик, отключаешь телевизор, и вообще тебе хорошо. А жена, теща, дети и кошка уехали в Анапу. 99% мужчин выберут это, потому что они дома отдыхают. А женщину надо вывозить, поэтому правильно так. Отпуск, когда выезжает, это мужчина вывозит выгуливать свою женщину. Вы что, Простоквашино не смотрели? Там же все... Хотя мужик хотел что? Сидеть в Простоквашино. Это же крутой мультфильм. Мужик хотел сидеть в Простоквашино. Разговаривать с животными. Я не знаю, что они курили с почтальоном, но они разговаривали с животными. А мама хотела где? Хотела в Сочи выгуливать платье. Ты услышал? Других вариантов нету. Если женщину не выгуливать, она сойдет с ума. Она там будет сидеть, и она начнет тебе цианид в суп добавлять. Или она пойдет на работу отдыхать. И это худшее, что можно придумать. Твоя баба пошла... Ребят, вот по-честному. Твоя женщина пошла на работу отдыхать. Вам не кажется, что это вырезка над адом? Это очень плохой симптом.